Ты из ВВС? Морская пехота. Надолго приехал? На месяц. Мы живем обычной жизнью. Осталось 30 секунд, там нужен этот гол. Не подозревая о силах. 22! Угрожающих нашей свободе. Отключение электричества могло затронуть все северо-западное побережье. Что происходит? Уезжайте в лес. Береги брата, понял? Папа, ты в лес живо. Папа, сейчас же. Все, кто видит эту трансляцию, находятся в части страны, более неконтролируемой правительством США. Ребята, я люблю вас обоих. Поступайте так, как поступил бы я. Убейте сраных ублюдков. Папа! Нет! Не на ту семью наехали. Как это могло произойти? Новый тип оружия. Техника отрубилась концами. Затем была полная зачистка, включая генеральный штаб. Этой осенью. И что нам делать? Я собираюсь сражаться. Кто со мной, милости прошу. Будем бить врага на родной земле. Из-под тишка. Сея ужас и хаос. Нам нужно добыть то оружие. Только с его помощью мы сможем отвоевать нашу родину. Я не могу. Нет, сможешь. Успокойся. И жми на курок. Не останавливаться! Мы получили свободу от наших дедов. Пришла пора за нее драться. Крис Хемсворт, Джош Пек, Джош Хатчерсон, Эдриан Палики, Изабель Лукас, Конор Круз и Джеффри Дин Морган. Красный рассвет. Для них это еще одна территория. Для нас — Родина.